Предпринимательство обеспечивает экономический рост и социальную стабильность. В этом направлении государство оказывает всяческую поддержку бизнес-среде. Так, на днях президент Садыр Жапаров подписал изменения в законодательство, усиливающие защиту предпринимателей и инвесторов, осуществляющих экономическую деятельность в Кыргызстане, благодаря чему уменьшается вмешательство госорганов в деятельность субъектов предпринимательства. В этой части внесены изменения и дополнения в части усиления ответственности. То есть не то, что усиление, можно сказать, что внесли дополнение, которое ранее не было, внесли ответственность государства, как бы должностных лиц государственных органов за вмешательство, за незаконное вмешательство в деятельность предпринимателей и инвесторов. Упрощается процедура регистрации бизнеса. При необоснованном отказе в регистрации либо выдаче лицензии и иных разрешительных документов ответственность будут нести госорганы. Также смягчились меры при совершении экономических преступлений. Так, смягчение меры применения в отношении субъектов экономики в случае нарушение экономических норм законодательства будут применяться в первую очередь смягчающие меры. Непосредственно залог может рассматриваться, электронный браслет, либо домашний арест. Данные смягчающие меры прилагаются, чтобы объект не остановил свою деятельность. Пока идут разбирательства с правоохранительными органами. Одним словом, изменения в закон предусматривают комплексные меры по защите прав и интересов предпринимателей и инвесторов. Впервые, надо отметить, введена статья, воспрепятствовано законной предпринимательской деятельности. И в действительности в рамках этой нормы заложена как раз-таки статья «Необоснованно проводить какие-то проверочные мероприятия». Это как раз-таки заложено и в кодексе о правонарушениях, да, введены штрафные санкции. И еще стоит отметить, что, я думаю, тоже такая благоприятная, такая, скажем, новость относительно норм и статей в Уголовно-процессуальном кодексе. Как раз-таки это мягкие меры, направленные для того, чтобы... Это тоже один из шагов, я думаю, как раз-таки в защиту прав предпринимателей и инвесторов, чтобы они могли продолжить свою деятельность, да, тем самым оспаривая или, как я имею в виду, в судебном процессе. Изменения в законодательстве, направленные на улучшение бизнес-среды и защиту инвестиций, экономисты считают своевременными и необходимыми для дальнейшего прогресса. Да и в целом изменения создадут благоприятный инвестиционный и деловой климат. Теперь при реализации инвест и предпринимательских проектов в Кыргызстане не будет бюрократических вмешательств. Недостаточно просто создать условия для предпринимателей и инвесторов, но и защитить их. Это хорошо, когда президент сам лично контролирует весь этот процесс и защищает интересы инвесторов и предпринимателя, но при этом предприниматели и также инвесторы должны понимать, что они должны работать в рамках закона. Прозрачно вести свою деятельность, платить налоги в свое время и при этом развивать свои социальные ответственности. Экономисты считают, что обновленный закон поможет создать благоприятные условия для стартапов и расширения существующих компаний. Собственно, это приведет к созданию новых рабочих мест и экономическому росту. Отметим, что это не первый закон в нашей стране, который поддерживает инвесторов и предпринимателей. Ахмёр Нурдинова, Калыс Акибаев, ЛТР, Бишкек.